Новомосковск в числе лидеров по темпам социально-экономического развития. Об итогах и планах на этот год губернатору отчитался глава администрации Вадим Жерздев. Рассказал, в прошлом году было создано более 900 рабочих мест, инвестиции превысили 12 миллиардов рублей. Кроме того, выросло производство сельхозпродукции, например, картофеля на 2,5%, мяса на 4%. Алексей Демин поставил задачу темпов не сбавлять, но отметил, что работа с обращениями граждан должна вестись эффективнее. Так одна из жительниц рассказала в своем письме. Ведет переписку с местной администрацией 3 месяца. Проблема – недостаточное освещение возле детского сада. Повнимательнее в будущем относиться к этим жалобам. И этот вопрос в кратчайшие сроки решить и связаться с заявительницей. И ту проблему, которую она обозначила, значит, эту проблему устранить. Эти вопросы тоже надо держать на контроле. Тем более, это мое новое, это мое требование. Мы эти требования в данный момент ставим на особый вид содержания.